Вот такой комментарий оставили мне под видео. Сразу хочу предупредить, что я никого не оправдываю и ни к чему не призываю. Я просто рассуждаю. Заповеди писались в другое время и при совершенно других законах. Если баба вам принадлежит по закону, то мужчина, который ее выбил, получается, воспользовался вашей собственностью без вашего разрешения. Но сейчас-то баба вам по закону не принадлежит, и у нее даже гораздо больше прав, чем у вас. Фактически получается, что это не женщина принадлежит мужчине, а мужчина принадлежит женщине. Потому что после развода он обязан отдать ей половину имущества, обязан ее содержать и платить алименты. И в такой правовой ситуации претензии «ты выебал мою бабу» выглядят по меньшей мере странно. Я понимаю, что это неприятно, я понимаю, что это сильно бьет по самолюбию, но винить-то некого, потому что лоханулся ты сам. Надо было с самого начала понимать, во что ты ввязываешься, когда начинал какие-то постоянные отношения с бабой или, не дай бог, пошел с ней в ЗАГС.